Перекладины, брусья, боксерская груша, лестницы, скамьи для пресса. Теперь эти тренажеры для занятий общей физической подготовкой и работы с собственным весом доступны для всех желающих заняться спортом на улице Отрадной, 16. Новую площадку уже опробовали севастопольские спортсмены. Эти молодые люди занимаются спортом, кто дзюдо, кто самбо, ММА, карате или боксом. И, конечно, нужно держать себя в форме. Теперь в Гагаринском районе появилась еще одна территория для этого. Хочется отметить, что на этом объекте присутствуют абсолютно все виды турников, которые на самом деле нужны для приобретения базовых, так сказать, мышц, для того, чтобы заниматься любым видом спорта. Как и среди моих друзей, это норма жизни. Вот сегодня мы здесь заценили реально площадку, и были на множестве севастопольских, вот тут тоже прекрасно. Новая площадка находится рядом с футбольным стадионом на улице Отрадной. Объект полностью за свой счет установили севастопольские предприниматели. Я всегда за спорт, вот у меня сын старший. Я его там с малых лет там сразу посадил на турники, как бы, да, чтобы он там умел подтягивать. И я всегда говорил, что вот в школе, когда учились, то есть каждый, всегда по физкультуре должно было быть 5. Судьба нас свела вот с Алексеем Ярусовым. Познакомились мы с ним, объяснили свое желание. Он нас привез вот сюда, вот в это место. Сказал, вот, говорит, у нас здесь спортивный кластер. И говорится, давайте вот попробуем здесь сделать. Хочется поблагодарить предпринимателей города Севастополь за то, что вкладывают на самом деле свои силы в первую очередь в нас, в молодежь, которая готова ежедневно вот чем-то заниматься, в активную молодежь. Сейчас здесь тренируются все желающие, в том числе и футболисты, которые приезжают играть на стадион. Территория открыта абсолютно для всех. Инициативу воплотили в жизнь при поддержке партии «Единой России» и Гагаринского муниципалитета. Вот такой шикарный спортивный комплекс. Мы видим с вами, что насколько он востребован. Я приезжаю сам сюда подтягиваться периодически, когда появляется возможность. Также привожу своих детей. Я бы сказал огромные слова благодарности тем предпринимателям, которые у нас есть на самом деле, которые социально ориентированы, которые помогают Гагаринскому району, помогают городу в строительстве и спортивных площадок. И не только. У нас очень много сегодня бизнес помогает и на СВО. Это тоже очень важно. Бизнес в Севастополе есть, бизнес в Севастополе социально ориентирован. Это очень хорошо. Кстати, это уже далеко не первый пример частной инициативы в Севастополе. Бизнесмены за свой счет уже устанавливали спортплощадки в нашем городе и в Гагаринском районе в частности. Заверяют, обязательно продолжат такие добрые акции и в дальнейшем. Ведь спорт – это норма жизни. Святослав Данилов, Андрей Вовк, новости Севастополя.